Всем привет! Мы сейчас находимся на уникальном месте. Это Джо-бридж. Тут снимался фильм «Челюсти». Прям под вот этим мостом. Написано «Не прыгай». И все прыгают по традиции. Подойдем поближе. Я вам покажу такое, чего никакой другой блогер вам не покажет. Поехали поближе подойдем. Местное развлечение. Прыгать. Некоторые стоят и боятся. Собираются с мыслями. А некоторые прям сразу. Фильм все помнят, да, снят был в 1974 году. Задом будет. Сосредоточился. Молился. Как интересно. Эти малявки совсем лет, наверное, сколько? 7-8. Это у нас штат Массачусетс, и мы совсем недалеко от Бостона. Ну как, полтора часа на юг от этого острова находится. Смотрите, какой океан шикарный. А это вот залив справа, и там очень красивые дома большие. Это была, у Бряна там подружка была. Там даже две двойнята там жили, подружки. Опа. Это видно родители. You're so brave getting up there by yourself. Come on, Nora. No, come on, Katie. Girls. We had all the boys. Go on, all together. Libby, help. Come on, Zoe, honey. All together, girls. Ready? Yeah. You should go, Mom. She's going to. Wait, can someone go with me? Are you actually, Mom? No. No, she is. Libby, go with her, honey. I can do it. Nora, come on, Nora. Come on. Oh, it's terrifying. Get up here. Go, Zoe, go. Zoe, go.
Okay, Liv, good job, baby. Girls, give me some. Give me some pizzazz. Go on, Pun, you're going in. Nice. Oh, they landed in the same time. They did.
пляжные роллы. Это я пришла к этому мосту, к этому Джабридж, и меня занесло в плавом. Я не плавала, конечно. Решила поплавать. Гляньте, какой здесь круговорот. Я вот плыла отсюда, и вот тут вот меня прям начало засасывать. Я вот за этот камень только успела хватиться. Блин, меня чуть не понесло в океан. Было бы класс. Но я смотрю, ребята, вот тут сидели, они только что ушли. Они на меня смотрят с небольшим не волнение, а такое. Я прям поймала в глазах. Я как раз меня вот тут нести начало. Я быстро начала сюда плыть, и уже вот этот камень схватилась. Тут меня, бляха, закрутило вот туда вот. Вау. Как-то я обычно даже не думала, что есть такое может быть. Вот тебе и челюсти. Ну все, подписываемся на мой канал. Кто вам еще покажет такое? Все, спасибо за просмотр, ставьте лайк. Очень благодарна всем за ваши комментарии, поддержку, репосты. Все, всем всего хорошего. Пока-пока.